Фильм демонстрирует убийство, совершенное в корпусе Дажень университета в Вене. Нет, мне нужно выбираться отсюда. Ты попалась. Даже если я умру, я никогда тебя не покину. Как? Как это возможно? Души всех, кто здесь умирает, остаются в этом здании, как в ловушке. Мы будем вместе навсегда. Проклятый корпус. September 14th, 7 o'clock. Room. Be there or beware. Алло, господин Або, Сью, ты где, черт возьми? Я на месте. О, погоди, что? На месте? Лин только что сказала мне, что ты отказываешься участвовать в мероприятии. Нет, это не так. В последнее время я не очень хорошо себя чувствую, возможно, вы меня неправильно поняли. Хорошо, хорошо. Итак, куда ты сбежала? Я пыталась дозвониться более 10 раз, но каждый раз ответ был один. Мне только что удалось попасть в университет. Полагаю, связь здесь не очень хорошая. Эти студенты-кинематографисты и их видео. Сейчас месяц призрака, думаю, не удастся получить эксклюзив благодаря этой жуткой истории. Брось ее, университет не подпустит тебя к этому. И на пушечный выстрел. Твой доклад о продаже фактически я запятнал их репутацию. Может выбрать что-то другое? Ни в коем случае. Только так, если мне удастся что-нибудь разобыть, эта история получит широкую разгласку. Отлично, ночью там довольно жуткая. Будь осторожна, хорошо? Да, спасибо. Всех приветствую, всем приятного просмотра, и давайте пробираться в жуткое место. Да, перед тем, как мы начали, вы сами видели, что здесь локализация не очень. Она говорит миссис Вонг, а здесь оно мистер Вонг, так что как-то так, ребят, будем это учитывать. Так, что нам нужно? Нажать таб, да? Угу, таинственное письмо, удостоверение сотрудника, хорошо, наешку у нас. Ясненько. Так, а как нам присесть на цешку, да? Я думаю, нам нужно быть незаметными. Хорошо, давай встанем. Так, бонжур. Дон достали библиотека. Так, тихо. Все, не палимся. Ой, это так и было. Охранник. Ну да, и ты меня не видишь, да? Эй! Кто, черт возьми, здесь? Черт. Да ладно. Это всего лишь ты. Давай, иди отсюда. Короче, хер поймешь. Он говорит одно, переводит другое. Я зачитываю третье. Я думаю, игрушка будет интересная. Более тупее охранника нужно еще поискать, да, наверное?
Ну все, все, уходи. Давай, здесь нет никого. А каким образом он нас не заметил? Скажите, пожалуйста. Все, хорошо. Давай, включай фонарик. Да, включила? Молодец, умничком. Так, что это у нас здесь? Так, рекламный постер фильма ужасов, который сняли участники киноклуба. Какой трейлер? Точно это будет хит. По-любому. Так, из-за слабого освещения и связанных с этим угроз безопасности строго запрещается передвижение по корпусу. Ага. Еще 2 часа, да, есть у нас? Так, нажмите Т, чтобы открыть экран инвентаря. Давай попробуем. Угу. Неизвестный пропущенный. Давай попробуем. Вы получили его? Алло? Что получили? Какого черта? Письмо. Попасть к вам было так трудно. Замечательно. Все? Так, а это сообщение. Ага, хорошо. Двигаемся дальше. Мне всегда нравится, когда главная героиня, а мы играем, я так понимаю, за героиню, судя по каблукам, одевает каблуки на миссию, на любую. Неважно, тоже следить, там, куда-то бежать. Либо еще что-нибудь. Это, по-моему, в парке Юрского периода, да? Вроде бы в первой. Она тоже на каблуках бегала все это время. Так, мы находимся, походу, в подвале, да? Ну, поехали на первый этаж. Давай на B1. Так, эй. Хочу убедиться, что ключ кабинет. Секретарь лежит в кабинете военного инструктора. Хорошо? Да. Так, ты серьезно? Бог мой. Черт. Благодарю за помощь. Все? Так, в сообщении говорилось. Срочная высокая оплата. Неполный рабочий день. Выглядело как обман. Точно. И расследую дело. Действительно не могла обсуждать подробности. Еще раз спасибо за помощь. Как мы и договорились, организую интервью для печати с участниками киноклуба. Да-да, спасибо. Да-да, направляйтесь в кабинет инструктора на первом этаже. Хорошо, пошли. Блин, что-то мне кажется, нам налево нужно будет. Ну, давай сейчас сюда подойдем. Посмотрим, может что-то интересное будет. Так, ты кто? Никто? Так, вращать. Брошюра. Брошюра. Для новых студентов с планом корпуса. Воспользуйтесь им, если заблудитесь. Ага, кабинет. То есть я понял, прямо налево. То есть прямо направо налево, да? Так, нажмите. М. А, хорошо. Цешка, чтобы присесть, чтобы встать. Так, погоди. Угу. Направо и налево. Тихонечко. Кто-то храпит на посту. Video game company Softstar Entertainment announced yesterday that it plans on releasing several titles next year. They plan to focus on the development of single-player games set to launch on global platforms in the future. Ну, ты вставать будешь? А,
Опять заснул, да? Понял. И опять ты меня не видишь. Эй! Старый пердун вроде меня. Я никогда не отдыхаю. Ладно. Думаю, мне лучше заняться чем-нибудь. Давай быстрее решай. Так, осторожно. Призраки не только услышат звуки, которые вы издаете при движении, но и звуки предметов, на которые вы наткнетесь, и другие шумы. Ага. Давай присядем. Так, найдите ключ от кабинета. Так, хорошо. Попал зле отсюда. Дурацкий телевизор. Так, надеюсь, ты меня не заметишь. Тихонечко. Бонжур. Еб твою. Так, погоди. Ты где тут топаешь? Угу, по-моему, справа пошел, да? А нет, вот ты где. Может, опять телек включить, как думаете? Во, залипни пока на постере. Ага, да-да-да. Давай, пока ты передернешь, а я пройду, хорошо? Никто не сравнится с моей женой. Так, интересно, он начнет передергивать? Ладно, о чем это я? Пошли дальше. Блин, ты куда идешь? Ага, ты сюда идешь. Так, направо, налево, налево, направо. Определись. Интересно, он правда не слышит то, что мы тут ползаем? Куда мне вообще надо? Ага. Ну все, я на месте. Мне, наверное, в шкафу нужно где-то поискать. Слышь, а ты не хочешь дернуть отсюда? А получай. Ясненько, на кого он сейчас передергивать будет. Все с тобой понятно. Так, коробка. Что это такое? Кассета, выпущенная ограниченным тиражом. Легендарный народный певец. Прикольненько. Так, ага. Понял, уходим. Уходим. Ты ж меня не видишь? Нет, ты меня не видишь. Давай, быстрей. А давай под столом посидим, посмотрим, насколько он тупой. Блин, мне нужно найти здесь где-то ключ. Серьезно, как только я начинаю двигаться, ты тоже сразу начинаешь двигаться? Надо где-то найти ключ, один найти ключ, вот в этом месте. Так, найти ключ от кабинета секретаря. Хорошо, мне нужно, чтобы это тело ушло. Слышь, а ты не хочешь еще раз на малышку посмотреть по тени? Ну давай. Блин, ну даже если я сейчас поползу, там этот, как его, включу телевизор, но от этого вообще ничего не поменяется. Все, давай, дерни отсюда. О, молодец. Давай смотрим ботинок. Так, детальный вид, одна из любимых пар обуви сержанта. Так, давай встанем, искать ключ. Еб твою.
Угу. Ты опять сюда идешь, да? А он не хочет обход сделать именно всего помещения, не? Ему нужно тут быть. Так, ну нам... Наверное, к этой курточке нужно подойти, да? Ага, получай. Дебил. Я уже все полы протер. Ой, давай ты дернешь отсюда, давай. Ладно, подождем, я никуда не спешу. В принципе, никуда не спешу. Сейчас он подойдет к дивану и, по идее, должен будет назад уходить. А нам нужна, наверное, вот эта вот курточка, которая висит. Или то штаны. Ну да, меня вообще незаметно. Держу в курсе. Я прям как маленький гвинтик. Ну давай, подпиздесь и подпиздесь. Определяйся. Так, а это для женской аудитории моего канала. Хотя я знаю, у нас и танкисты есть, да? Нас смотрят, так что это для вас тоже, ребят. Не благодарите, просто лайк поставьте и все. Так, мне нужно подойти к курточке. Вот. F есть, назад, хорошо. Отлично. Теперь давай смотрим, куда мне нужно. Мне нужно попасть на второй этаж, да, по-моему? То есть мы сейчас возвращаемся назад. Наверное, куда-то вот сюда. Да. Сейчас он тут залипнет возле плаката, и мы проползем. Хотя, наверное, будет тупо, да? Сейчас проходить. Давай подождем, пока миссия два раза скажет. Получай! Да ты шоля какой! До побачення. Дебил. Да-да-да, все, хорошо. Все, уходим. Уходим. По-любому он не слышит шаги каблуков. Все, отлично. Теперь нам нужно к лифту вернуться. А лифт у нас, по-моему, здесь где-то был. Если не ошибаюсь. Да, давай. И на второй этаж. Все, отлично. Надеюсь, этот охранник не будет сейчас здесь. Да чш. Тихонечко. Так, открыть можно? Нет, нельзя. Здесь. Да ты шоля. А, в университете была принята специальная программа по повышению. Понял. Коллекция обнов... А можем еще взять? Нет, не можем. Так, походу нам сюда, да? Не. Вы не сюда. Но если что-то, можно будет запрятаться. Так, а если я пробегусь немножко? Меня ж никто не услышит. Так, кабинет. Кабинет. Ля, Наруто, да? По-любому. Нарисованные от руки, расписанные... Расписание автобуса. Похоже... Ага. А я таки извиняюсь, я кабинет. Ля АМДшка, мне тоже нужно такое. А какое это? Какое АМДшка? Для меня бы тоже пси не отказал от этой АМДшки. Такая ненавязчивая реклама, да?
понять не могу. Так, направляйся в кабинет секретаря на первом этаже. Я дебил, я не туда пошел. Все, бегим обратно. Бегим. Я таки извиняюсь, ребят. Так, B1. Интересно, а помощь можно вызвать? Нет. К сожалению, нельзя. Хорошо, пошли. Где-то на первом этаже здесь должен быть кабинет. О, здорово. Что такое? Так, неизвестные останки из студенческой столовой. Откуда, черт возьми, взялись эти кости? Ага. Бонжур. Кого-то занямали, ребят. Кого-то только что занямали. Какие хорошие новые весы. Так, столовая, зона отдыха, кабинет секретаря на первом этаже. Я таки извиняюсь, а где это? Не хотелось бы бродить здесь очень долго и нудно. Могу что-то купить? Нет, не могу. И здесь все закрыто. Погоди, а как я сюда вообще пришел? Как мне отсюда теперь выйти? А, все, я застрял. Или сюда можно? Ну, открой дверь, пожалуйста. Ля, бабайка. Ну, Костя, я посмотрел, здесь дверка закрылась. А как я вообще сюда попал? Кто мне скажет? Вроде сюда, да, я заходил или нет? Нет, это кухня. Я заблудился. Хорошо, B2, F1. Может сюда? Так, кабинет. Кабинет секретаря. Ага, вот сюда и куда-то. Так, открывайся. Не. Вон кабинет секретаря. Как мне туда попасть? Я таки извиняюсь. Может, нужно как-то перейти? Ну нет, я сейчас вернусь к охраннику, правильно? Это я сейчас таким образом вернусь к охраннику. Может, сюда куда-то? Нет, хорошо. Как же она громко топает своими каблуками. Еще тише. Всех призраков разбудишь. Так, использовать. Отлично. Так, ищите кабинет секретаря. Мы нашли. Давай пошарим, что здесь находится. Продолжение дела Ханы Монтаны. День исчезновения студентки. Мы показали полиции за PC с камеры наблюдения. Окей. Так, детальный вид. Похоже, что студенческий городок снова в этом замешан. Интересно, мне нужно все зачитывать. Все, мы справились. Я надеюсь, или нет. Что там по заданиям? Ищите кабинет. Ну, я нашел кабинет.
Так, прозрачная доска с узорами, похоже, она здесь не одна. А напинать картинку на стене, возможно, они как-то связаны. Угу, головоломка, да? Ясненько. Правильно сделаю? Или неправильно? Погоди, желтый, да, красный, да, зеленый вроде тоже, да, хорошо. Нужно еще, наверное, одну такую штуку найти. Что это? Угу. Три, четыре. И как мне это все разгадать? Сейчас давайте, ребята, искать еще что-то. Тоже такую пленку. Ага, вот она. Дай сюда. Дай сюда. Умничка. Так, назад в игру. Встаем, 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 встаем. И пошли посмотрим. Окей. Есть. Все, правильно сделали? Широкую на широкую. Может, это должен быть пароль, как думаете? Типа 8, 8 папиросим. А давай заберем. Давай заберем. Нет, не туда нажимаю. Так, назад. Давай. Если мы поменяем местами. Вот таким вот образом. Или оно так и было? Ага. 7006, да? Так, коллаж из двух прозрачных досок формы, если смотреть под разными углами. Ага. Так, давай переверну. 7006. Давай. Красный 7006. Ага, 7006. Йоп, today я забыл. Если я выйду, по-моему, 6 у нас синим, да? А тут 00. Да. Ля, я умный. Так, забрать кассетку. Ну не боись. Оригинальная кассета. Боже. Не могу поверить, что она все еще здесь. Но где, черт возьми, я могу воспроизвести ее? Твою мать, дебил. Да брось, я не настолько страшный, да? Не хотел тебя напугать. Все в порядке? Да, да, я в порядке. Ты не похожа на студентку? Немного старовато с этим макияжем, пудрой и прочим. Сюлиан, репортер. Ничего себе. Ты там миленькая телеведущая. Вот что я скажу, вживую ты выглядишь еще лучше, чем на экране. Как бы там ни было, я здесь, чтобы взять интервью. Так поздно? Да, они должны быть заняты. Может, мне удастся связаться с ними. Абонент, которому звоните, сейчас недоступен. Оставьте, пожалуйста, звуковые сообщения после сигнала. Не отвечают? Как они могут так просто оставить тебя в таком состоянии? Извините. Кажется, он сейчас занят, но... Эй, сержант, могу взять интервью у вас? Мы можем поговорить на любые темы. Студенческий городок, история университета, либо плакат голого мужика. Вы могли бы, например, рассказать мне историю или что-то в этом роде? Понятно. Нельзя возвращаться с пустыми руками.
Повезло тебе. У меня много историй. Ты пришла по адресу. Я знаю все, что нужно об университете знать. Но я был бы полуденным, если бы болтал об этом направо и налево. Пойдем в столовую. Что скажешь? Так будет удобнее. Что это было? Словно что-то упало или ударилось о пол. Я схожу, посмотрю, все ли в порядке. А ты жди здесь, я вернусь через минутку. Что-то мне кажется, он не вернется. А вы как думаете? Сейчас бабайка ему кусь сделает. Фух, это было близко. Слышь, придурок, ты где? Так громко, лучше проверить. Улё? Так, куда мне нужно? Куда мне нужно? Направляйте в столовую B1. Ага, столовая B1, столовая B1. Это, по-моему, мне на лифт нужно. Да, давайте на лифт. Вот сюда. И в B1. Опять? Все в порядке? Нужна помощь? Что, черт возьми, ты здесь делаешь? Пустяки, я позабочусь об этом. Как это? Я как раз собирался купить что-нибудь выпить. Ты хочешь? Конечно, что угодно. Хорошо, давай, садись. Классика. Это то, что нужно. Итак, с чего начать? Что ты хочешь узнать? Если ты связана с Ван Хуа, я тоже точно знаю об этом. Спрашивай. Так что вам известно о пропаже? Ее розыске? Хуан Тинтин? О ней. О, какая досада. Она была хорошей девочкой. Вы знали ее? Да, можно так сказать. Разве она не умерла? Тело так и не нашли, так что... Полиция оставила это дело как о розыске пропавшей без вести. Понятно. Но после стольких лет я предполагаю, что она... Да-да. Эй, как тебе попало видео? Оно повсюду в интернете. Вы его не видели? Интернет? Я не слишком разбираюсь в компьютерах. А теперь у них эти... паки, планшеты. Подожди, а почему ты спрашиваешь об этой девушке? Вообще-то я делал не только специальный репортаж. И когда я снова увидел этот лифт, я вспомнил о ней. Кажется, вы так много знаете об этом месте, что мне захотелось расспросить вас. Что есть, то есть. Я провел так много времени здесь в одиночестве. Просто удивительно, как быстро летит время. Должно быть тяжело оставаться здесь так долго. Это не совсем из-за того, что мне никуда идти. Вы не ладите со своей женой? Она давно умерла. Несчастный случай. Ну, извините. Ничего страшного. Смотри, какая красивая медсестра. Знаешь, сколько времени мне понадобилось, чтобы завоевать ее сердце? Она действительно великолепна. Здесь она руководила медицинским отделом.
Сборщик безмолвных придурков, студенты шли к медсестре с пустяковым порезом бумагой. Если бы этого не случилось, извините. Не волнуйся. Слушай, я болтаю себе. Скучно, да? Совсем нет. Я очень рада, что вы согласились поговорить со мной. У меня очень давно не было собеседника, чтобы поговорить. Спасибо. Отдохни здесь немного. Как будешь готова, я отведу тебя в кабинет истории университета. Хорошо, спасибо. Скажите сержанту, что вам нужно пройти в кабинет истории. Так, давай, наверное, выпьем. Не, не можем. А, не, забрали. Не знаю, давайте, наверное, предлагаю закончить на этом серию. Будет вот такое вот коротенькое, так скажем, вступление, коротенькая серия. Как вам игрушка? Напишите мне в комментариях. Пока месть вроде интригует. Не знаю, как там будет дальше. Так что решите сами. Если будет желание у вас дальше продолжать смотреть, то поставь лайкосик, напиши комментарий и подпишись на канал.